Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 93, упражнение номер 11. Заполни таблицы. В первой таблице множитель и множитель известны. Чтобы узнать произведение, нужно 23 умножить на 4, 20 на 4, 80, и 3 на 4, 12, 92. Во втором столбике у нас неизвестен множитель. Чтобы его узнать, нужно произведение 114 разделить на 6. 114 – это 60 и 54. 60 делим на 6 – получается 10, и 54 делим на 6 – получается 9, 19. В третьем столбике неизвестен множитель. Чтобы его узнать, произведение 72 делим на 18. Методом подбора у нас получается 4. Во второй таблице у нас даны делимое, делитель и частное. Чтобы узнать частное, нужно делимое 92 разделить на делитель 2. 92 – это 80 и 12. 80 делим на 2 – получается 40. 12 делим на 2 – получается 6. 46. В следующем столбике у нас неизвестно делимое. Чтобы его узнать, нужно частное 21 умножить на делитель 8. 20 на 8 – 160, и 8 на 1 – 8 – 168. И в последнем столбике у нас неизвестен делитель. Чтобы его узнать, нужно делимое 100 разделить на частное 4. 100 – это 80 и 20. 80 делим на 4 – получается 20, и 20 делим на 4 – получается 5. 25. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.